в Нижнем Тагиле нет мест, где купание официально разрешено. Однако даже запрещающие аншлаги не имеют воздействия на любителей отдыха на воде. Поэтому, согласно муниципальному заданию, Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила проводит перед началом летнего сезона подготовку в четырех местах. На Выйском и Тагильском прудах, реке Тагил в районе парка Народный, Муринских прудах. Мы обследуем, достаем достаточно много опасных предметов, поэтому в этих местах купаться безопасно. Кроме того, в жаркие и теплые дни водолазы, спасатели выезжают и дежурят в этих местах именно вот в жаркие и теплые дни. К чему может привести неосторожное купание, свидетельствует несчастный случай, который произошел в воскресенье. В реке Тагил в районе Песчаного утонули два брата, 8 и 17 лет. Старший пытался помочь младшему, но не смог этого сделать. Из воды ребенка достать удалось, однако он скончался. Тело второго брата водолазам пришлось поднимать с глубины около 2.5 метров. У нас опять это остается всегда проблема. Это дети, лето, теплая погода, родители на работе, без контроля, уходят компаниями, купаются. И в необеспеченных местах нигде нет ни постов, ни дно не обследовано. Еще одна распространенная причина, по которой на воде гибнут люди – купание в нетрезвом состоянии. Спасатели напоминают, делать этого ни в коем случае нельзя. Алексей Алексеев, Михаил Красняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.